Вітаю, в ефірі програма «Ваш консультант». Сьогодні будемо говорити про те, як в нашому місті реалізується проект «Нова українська школа». Гість студії – методист міського методкабінету відділу освіти Світлана Графова. Вітаю вас в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про нову українську школу і як це реалізується у нас в Южному. Давайте ми, можливо, розпочнемо декілька слів, що це взагалі таке і що це собою представляє «Нова українська школа». «Нова українська школа» – это вообще-то проект называется, но в ней нового не так уж и много. Дело в том, что проект «Новая украинская школа», то есть реформа, которая началась 1 сентября нынешнего года, говорит о том, что мы полностью поворачиваемся к ребенку, то есть личностно-ориентированное обучение. Но для города Южного личностно-ориентированное обучение – это не новинка, потому что у истоков стоял наш педагог-новатор, Гузик Николай Петрович. И третья авторская, наша авторская школа номер 3, в принципе, уже давно ввела и работает в этом направлении. Поэтому здесь у нас нового очень мало. Другой вопрос, что на сегодняшний момент, если раньше дети получали именно умения и навыки, ограниченные программой, то сейчас мы меняем подходы в том плане, что каждый ребенок имеет право развить все свои способности. Мы уходим от конкретного ответа, то есть каждый ответ принимается. И мы пытаемся рассмотреть и научить детей анализировать, то есть развиваем критическое мышление. И на сегодняшний момент у нас 14 классов наших 4 школ приняли 420 первоклассников. Государство наше и местные власти способствовали тому, чтобы обновить полностью материальную базу первых классов. Конечно, нам бы хотелось еще лучше, но спасибо им большое за это. И наши учителя в течение февраля и июня месяца прошли тренинговую подготовку по новым методам и приемам работы с учащимися. То есть они на своем опыте посмотрели, использовали и прочувствовали, как работать вот с этими совершенно новыми методиками. Дело в том, что в основу реформы заложен опыт 7 стран. И очень приятно, что в Украине появился свой продукт. То есть это державный стандарт, который непосредственно был сделан учеными нашими, Украины именно, и был отдан на проверку и обсуждение именно иностранным экспертам. То есть это наш личный продукт. Украинский, я имею в виду, не лично наш. Вот. Согласно этому стандарту у нас разработаны, красиво очень звучит на украинском языке, очікувані результаты и конкретные результаты. То есть мы от каждого ребенка ждем всего лучшего. И поэтому наш учитель, сегодняшний наш учитель, а у нас, поверьте, плеяда очень звездных учителей. Я имела честь работать с ними и получила массу удовольствия, положительного удовольствия, заряда того, который, ну, сложно передать. У меня сейчас слезы. Это молодые специалисты, или уже какие имеют опыт? Нет, почему? Это люди совершенно разной возрастной категории, но в душе они остаются молодыми и даже, можно сказать, по-детски радостными, счастливыми, открытыми. Я думаю, что это не просто мажливо. У вас были вот наши учителя, вы видели, как они горят и как они светятся, и почему. Вот. Сложность состоит в том, что для учителя, в том, что на сегодняшний момент проведение одного урока требует тщательной и очень большой подготовки. Почему? Потому что те умения и навыки, которые предусматривались школой прошлого времени, они, к сожалению, выпускают выпускника, который на сегодняшний момент не готов к жизни. А мы уходим от умений и навыков для развития компетентностей. У нас включается очень большая интеграция для того, чтобы дети использовали знания и могли применить их в жизни. То есть они соединяют несколько предметов, а не один. Появился новый предмет именно с исследовательской деятельностью, который называется «Я доследжую свет». Вот. И дети проводят исследовательскую работу. У нас даже в школах в первых классах есть микроскопы, есть лупы. И во время экскурсии дети могут использовать эти лупы в крайнем случае и могут исследовать как животный мир, так и растительный мир. Вот. И поэтому они приводят какие-то свои
выводы, наблюдения и уже обобщают это в, как бы в класній комнаті. От у мене таке питання: от, щодо оцінок, оцінювання якось змінилося в початкових? Звісно, діло в тому, що ми ушли, у нас школа разбита на циклы. То есть мы знаем, что начальная школа 4 года, которая имеет два цикла. То есть первый и второй класс – это адаптационно-игровой. Тут оценок нет, есть только формулирующее оценивание. С какой целью? С той целью, что вот сейчас многие родители ждут, и когда же наши дети начнут учиться? Вот они пришли, а цифры они не приносят, как бы. Вот. Но уже у нас давно первые классы не оцениваются, и вторые классы оцениваются на усмотрение школ. Вот. Решение школьных коллективов, как они принимают педсоветом. Но в данном случае цель реформы, которая вступила в силу, дать каждому ребенку возможность раскрыться. Начинается очень... Дело в том, что педагогика у нас направлена на то, чтобы было партнерство. Это учитель-ученик, учитель-ученик и родитель. Вот каждому родителю сейчас очень важно определить для себя, отдавая ребенка в школу, кто он, гость, партнер или спонсор. Всегда мучает вопрос. Все у нас очень много слышат о том, что вот школа, государство выделяет там средства там, и так далее, и так далее. Но мы знаем, ну, по крайней мере, сколько лет я живу, то школа без родителей существовать не может. Поддержка – это не значит, что она должна быть только заключаться финансово. Нет. Сейчас очень много учителей перестраивается для того, чтобы совместно сотрудничать с родителями. Это значит, что родители являются тоже участниками процесса. У вас вчера Ольга Тютюникова рассказывала о том, как она проводила квест. И она обратилась с просьбой, что ей нужно было 7 человек родителей для того, что дети первого класса, а станции разные, нужно было немножечко управлять, потому что сам учитель один не сможет. Вот. И родители откликнулись. Откликнулось 7 человек родителей. На сегодняшний день 7 человек, которые могут прийти в класс и бегать вместе с детьми на равных по станциям, это большое дело. Потом у нас еще начинается, ведь мы нацелены на то, чтобы создать человека, который сможет коммуникабельно общаться со всеми и жить, ну, в толерантных отношениях, уметь договариваться. Для этого в новой украинской школе день начинается с ранковой зустречи. Тоже на украинском звучит очень красиво, потому что утренняя встреча как-то не так. А это значит, что каждое утро дети, приходя в школу, собираются вместе со своим учителем в круг. Почему в круг? Потому что круг не имеет углов. И каждый ребенок, приветствуя друг друга, имеет разные виды приветствия, то есть этим тоже управляет учитель. И сообщают они информацию о том, что у них было накануне, что учитель сообщает, что их ждет, идет обмен информацией. Используется кресло автора. Например, во вторник мы были в первой школе у прекрасного педагога Александра Казаченко вот, на уроке математики в первом классе. Вообще, как бы... Было очень интересно. Дети в третий месяц, и вот как они собрались вместе. А накануне у них был пальчиковый театр. Я почему говорю, что учителю надо много работать? То есть это нужно найти в интернете размеры этих фигурок, их вырезать, заламинировать, дать возможность детям одеть на пальчики. И они, тема недели была театр. То есть эта тема проходит и на уроках математики, и на уроках чтения, и соединяется, я дослеживаю свит, там это очень-очень глубокие такие базы знаний, которые детям дают возможность к рассуждениям, к анализу, к самореализации. И задание домашнее было, когда говорят домашнее задание, рассказать родителям дома о театре. Вот, то есть это не носит тот характер, что они должны прийти как раньше, написать крючочки, палочки, решить примеры, прийти с этой тетрадочкой назад. Немножечко совершенно другие подходы. И утром дети обмениваются информацией. И Александра Сергеевна поставила кресло свое и кресло автора и дала возможность детям говорить. На уроке присутствовало очень много гостей. И вот, к сожалению, у нас здание, ну, не предусмотрено для такого количества детей. 50 метров и 30 детей в классе. И 35 минут идет урок. Ну, если мы посчитаем, то там по минуте получается на урок. И это великое мастерство, чтобы удержать внимание ребенка. И очень интересно дети рассказывали, и хотелось бы, конечно, увидеть еще и реакцию родителей, когда ребенок говорит, давать возможность ребенку выговориться. Почему? Потому что сейчас большая часть родителей, они в телефонах, в планшетах. И, к сожалению, не знаю, почему так вот сложилось, что
мы требования выдвигаем больше, чем задаем вопрос, что мы сделали сами для этого. Вот. И маленькие граждане наши изучают. На этой же утренней встрече дается положительный заряд, то есть каждый контакт ручками. То есть они друг друга тронули, они вспомнили свою установочку, какая есть в стихах. У кого-то, кто-то, вот третья школа не только проводит ранковую зустречу, а они еще подводят итог, рефлексию, что они сделали за день. То есть, понимаете, каждый учитель может использовать и подводить, делать различные итоги, как он видит. То есть вот эта свобода учителя, которая дана, он может это использовать, он сам решает, какие методы на уроке, какие материалы он использует, вот. Но он держится согласно программы, а у нас впервые в этом году мы начинаем реформу, а у нас две программы. Обычно была одна государственная программа, а это две программы. У нас одна программа, которая была разработана командой академика Савченко, и вторая программа, которая разработана Романом Шеяном, тоже с группой очень креативных преподавателей. Поэтому выбирала каждая школа свою программу. Но помимо государственных программ у нас еще утверждены 8 именно авторских программ. Это и «На крылах успеху», это и «Интеллект Украины», это и «Росток», и там еще целая группа тех программ, по которым можно работать. Но вот мы знаем, что 4-я школа у нас второй год работает по программе «Интеллект». Группа ученых Харькова разработала эту программу, и уже более 9 лет она у нас на Украине и дает очень хорошие результаты. Дети имеют очень хорошо развитое логическое мышление, также развивается у них память, они прекрасно умеют анализировать, делать выводы, в общем, и в принципе представляют группу довольно-таки перспективных молодых людей в будущем. Поэтому я думаю, что наш город Южный, город тоже очень талантливых и хороших людей. Вот. Очень бы хотелось, чтобы наши родители тоже были рядом с учителями. Для учителей, поверьте мне, так важна поддержка. Они очень-очень такие хрупкие девочки, очень нежные. Почему я говорю девочки? Потому что у них такая душа, ну, обалденная. Дитяча. Она непосредственная, понимаете? У них контакт... Вы знаете, я за все время, вот мы начали с 1 сентября, я не хожу, я бегаю. Я прибегаю в одну школу, я прибегаю в другую школу. И у нас еще ни разу не было такого, чтобы кто-то там вот встретил с каким-то негативом, чтобы кто-то чем-то был недоволен. Поверьте мне, что я прибегаю не тогда, когда идет учебный процесс, а прибегаю после. И вот я даже, ну, девчонок немножечко отчитываю за то, что 6 часов вечера они еще сидят на работе, а они не могут уйти. Почему? Потому что нужно в интернете найти материал. «Крыла успеху» и программа «Интеллект» – прекрасные программы, но они еще отличаются тем, что там дается наглядные пособия и разработки полностью. А вот что касается этих двух программ, то тут учителю нужно работать, нужно искать и выбирать. И каждый учитель выбирает сам для себя. У нас... Спасибо, есть ламинатор. Для чего нужен ламинатор? Для того, что когда они распечатывают карточки, то дети или там наглядные какие-то пособия, то там можно пользоваться маркером. А ребенку проще написать, потому что ручка для ребенка еще тяжеловата. Они часто иногда пользуются и карандашом, и ручкой. И вот когда они рисуют маркером, и они или пишут, отвечают предмет, и могут вытереть, то есть они имеют право на ошибку. И это не преследуется, ничего страшного нет. То есть ты ошибся, дальше у тебя получится, и ты пойдешь. Маленький страх уже, ой. Вот. Ну, по крайней мере, это интересно. Хотя наши родители не совсем понимают, что происходит. Вот. Но я надеюсь, что в скором будущем, немножечко, когда вот детки адаптируются, очень маленькие помещения, очень сложно. Они работают в группах. Очень интересно. В группах у них тоже развивается коммуникация. Они учат общаться. Еще есть такая особенность вот в новой украинской школе, что дети вырабатывают сами правила, по которым они живут. Эти правила они пишет учитель, а ребята выбирают, обсуждают и решают. И эти правила у них как вывешиваются на видных местах, где они могут прочитать. Все новые слова, которые вошли в их обиход, у них есть место, где написано «стена», «слив». И эти слова туда вешаются. Это не говорит о том, что все дети умеют читать.
но уже зрительно они начинают привыкать к тому, что вот это вот слово обозначает, и уже у нас это идет тоже помощь. Вот. Ну, работать интересно. Времени практически забирает много, но результат, конечно, оставляет ждать. Вот Баранецкая Елена Григорьевна вам рассказывала о том, с каким впечатлением она видела, как горят глаза. То есть у деток горят глаза. Им все равно, какая тетя пришла, они рады любой тете, любому дяде. Они подойдут, обнимут, они познакомятся и расскажут все, что у них есть, все, что им хочется. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы родители у нас принимали участие. Я призываю родителей к тому, чтобы каждый из них мог прийти в свой класс, там, где учится его ребенок, и хотя бы минут 10 попытаться пообщаться, рассказать детям что-то интересное. Например, если это врач, то мы знаем, что сейчас у нас простудные заболевания, прийти рассказать что-то детям о вирусах. И побыть на секундочку вот учителем, чтобы почувствовать вот эту энергетику положительную, чтобы увидеть глаза этих детей и потом сопоставить, вот, насколько важен труд и важен контакт. И как учителю свое сердце, ну, раздать всем. А все же ризни индивидуальны. Да, понимаете, если, допустим, в этом году, с этого года у нас отменили тестирование, вот, и собеседование с психологом. То есть, получается, на 1 сентября учитель получает класс, имея только фамилии и имена, но он не знает развития познавательных процессов памяти, внимания, мышления каждого ребенка. И у него, получается, уходит 2 месяца, то есть как бы сентябрь и октябрь, для того, чтобы узнать этих детей. Вот. В этом еще сложность. И подобрать задания каждому, чтобы они могли идти дальше. Совершенствовать именно свои навыки, развивать. То есть, если раньше у нас был средний ученик, то есть те ребята, которые у нас были более способны, они вынуждены были ждать, пока подтянутся к среднему ученику, то сейчас задача дать возможность максимального развития каждому. А это, естественно, требует определенных сложностей. Дивіться, а от якийсь спеціальний інвентар треба було закупляти? Чи все, в принципі, у нас в школах є? Чи є якісь вимоги окремі? От, во-первых, Мы все чули про эти зоны в классе, дуже багато. Что касается зон, значит, смотрите, у нас должно быть 8 зон в классе. Но мы же с вами реалисты, они должны быть, мы это все понимаем. Но 50 метров, 30 детей. Если мы поделим, сколько у нас по метру на каждого получается? И используются для этого стены. У нас Ранкова-Зустрич не дает возможности детям полностью 30 человек стать нормальный круг. Но в каждом классе есть куточек усамитнения, так на украинском тоже очень красиво звучит. Но это не значит, что там должен ребенок сидеть один, нет. Случаются такие моменты, когда ребенок приходит в школу, и были какие-то проблемы. Или он недоспал, или он плохо спал, плохо себя чувствовал. И вот в какой-то момент ему становится не очень хорошо. Он может тихонечко взять, или он соскучился там за мамой, или еще какая-то проблема. Он может тихонечко взять свою там игрушку, какая там у него есть, и пойти в этот уголочек. Но он условно называется. У Дарьи Гудымы, например, стоит кресло для этого, мягкое кресло, куда можно залезть ногами. И ты можешь там лежит такой небольшой пледик, если там тебе очень как-то скучно, ты можешь укутаться. Оксаны Бондаренко стоит парточка, а возле парты стоит такая красивая зеленая пальма. На этой пальме сидит тоже обезьянка-игрушка. Ты можешь прийти ее пощупать, посидеть там, и у нее такой есть принцип, она говорит, ты можешь ей все рассказать. То есть она не может оставить. Ребенок обязательно должен общаться, потому что если мы видим, мама идет, мама в телефоне, ребенок, или ребенку проще дать телефон, чтобы он уходил туда. А ребенку очень важно, чтобы его выслушали, потому что это такой благодатный период жизни детской, когда очень хорошо развиты познавательные процессы, когда ребенка можно только вот нагружать, но не просто нагружать, как мы привыкли, а вот именно давая возможность выговориться, развивая тем самым речь. Так что вот так. Еще какие зоны мать? Зоны обязательно исследовательская зона должна быть. То есть вот для чего у нас нужны микроскопы, лупа. Но это тоже должен быть отдельный островочек, который должен быть оборудован. Это не значит, что он должен стоять там в углу. Вот. Поэтому у нас дети имеют возможности. Вот я, например, у Наташи Шпир, третья школа была, вот у нее есть детки, которые непосредственно, когда идет работа в группе, кто-то отвечает за то, что он берет
контейнер, в котором стоят, допустим, все ножнички. Он разносит в этот момент ножнички. Кто-то отвечает за то, что он разнес клей, кто-то отвечает за цветную бумагу. То есть у них все вот распределяется, и каждый работает в своем направлении. Учитель дает задание, они выполняют, и опять же, получают свой результат. Вся команда, вся группа, не только один представитель выходит, они выходят к доске, то есть вот чувство локтя, сопереживания, и рассказывают о том, как они пришли к такому результату и что это за результат. И знаете, как интересно смотреть на малышей? Это бесподобно. Это мини нашего общества. То есть мы видим результат этого общества. И дети очень открыты, как и открытые учителя. И дети тоже очень ранимы, как и, в принципе, наши учителя. Поэтому я вам должна сказать, что команда учителей у нас сейчас прекрасная. Не менее способная и талантливая команда готовится сейчас. И я вам должна, что ко второму вот нашему этапу второй группы учителей у нас подошли в этом году очень креативно все заучи начальных классов. Они дали у нас дополнительное количество людей, даже воспитателей группы продленного дня. То есть они заинтересованы, чтобы комплексный процесс, чтобы не только в течение первой половины дня, но и в течение второй половины дня эта новая украинская школа двигалась. Вы снимали и видели детей и третьей школы, и четвертой школы. Это непосредственные дети, у которых нет комплекса страха, того, что вот пришли люди, их снимают там или еще что-то. Они свободно говорят, открыто, не прячутся, и это очень хорошо. Це прям дивує, це якось незвично. Дело в том, что когда есть какие-то рамки, даже для нас, для взрослых, это на нас очень давит. И вот представьте себе, что вы утром приходите на работу, все вместе беретесь за руки и желаете друг другу хорошего дня. То есть этот позитив, который заряжает, дает возможность открыться всем вашим каналам энергии. И вы работаете уже только положительно. А если мы приходим, кто-то кого-то зацепил, толкнул, или учитель там занят, или он не смотрит, понимаете, что как важно ребенку признание, что ты приходишь и тебя ждут. Вот, это очень важно. А у нас, наши учителя – это что-то необыкновенное такое, яркое. Каждая из них, такая личность, я вам даже не могу сказать. Это звезды. Звезды нашего небосклона. Посмотрите на наше небо, это то же самое, звезды упали к нам. Дивіться, а як довго триває навчання, де воно триває, як це відбувається, цей процес? От ви вже готуєте другий етап, правильно, вчителі? Да. Як це буде? Ми їздимо в Академію непрерывного образования. Вот, и там у нас проходят тренинги. В прошлом году мы вынуждены были ездить в течение учебного процесса. Я вам должна сказать, что у нас учителя настолько ответственные, что они ужасно переживали, что вот класс оставили, выехали, потому что мы выезжаем и работаем с 10 до 6 каждый день. И работали мы с февраля, у нас в феврале была сессия. У нас была в марте сессия, и у нас была в июне сессия. Большая пятидневная сессия, и все учителя защищали каждый свой проект. То есть уже когда мы изучили все детально, навыки, каждая школа представила свой проект, и защита была очень интересная. Знаете, у нас был такой момент, с нами вместе в нашу группу были добавлены 5 учителей теплодара. Так они настолько влезли, вцепились в наших учителей, они постоянно получали ту генерацию, которую они давали. То есть у нас были очень креативные нестандартные задания, их нужно было делать в группах. У нас были свои правила обмена группы, сортировки этих групп. Но вот они ходили, не отпуская наших, вот держались крепко. И теперь новая группа, только уже 4 человека теплодаровцы. Так вот они говорят, давайте мы будем тренинги проводить у вас, мы так хотим посмотреть на ваши школы. Очень они интересуются авторской школой, потому что, очень много креатива было. Вообще все отличались креативом. И, нестандартное мышление, и мы тасовали вот эти группы, то есть разные школы между собой, и люди открывались очень хорошо. Вы знаете, учить взрослых это нелегко, будем говорить так. Вообще важче, ниж детей. Вот, но, когда это креативные люди, когда они любящие свое дело, то это не составляет никакого труда. 2 часа, и уже люди, они открываются сами. Я научилась у них большим. Возвращаясь к уроку Александры Казаченко, можно сказать, что у них в файлах были денежные знаки, настоящие ламинированные денежные знаки. И игра заключалась, а урок математики, игра заключалась в том, что была сказка «Математическая рукавичка».
И из рукавичек деткам нужно было взять, вытащить билетик. А так как тема театр, вот как бы в театр же ходят по билетам, они доставали разного цвета билетики. И благодаря этим разным цветам они группировались в группы. И у них на магнитной доске такой был как бы буфет, в котором они должны в театре в антракт войти в буфет и приобрести. И там в этом буфете были заламинированы различные там соки, где-то круассанчик, где-то еще что-то такое. Так вот я вам должна сказать, что девочки, как правило, еще получили сдачу. То есть они старались выбрать так, чтобы еще монетки, гривночки остались. А мальчишки уж если гулять, так гулять. Они брали там круассаны, сок, в общем, и это у них оставалось. И они возвращались назад. То есть кто-то взял чупа-чупс, кто-то там еще что-то такое. То есть то, что детям более близко. И вернулись опять же на свои места. Вот, и такие вот прям серьезные. Я так посмотрела, думала, ну сейчас, опять же, денежки, благодаря которым они посчитали, это навык-навык. Вычисление. И у тех, у кого осталась сдача, видимо, хотели на что-то другое еще сэкономить деньги. То есть это... Вот в этой же игре этот навык, во-первых, каждый подошел со своей группой, то есть никаких там ни толканий было. Кто-то имел какие-то затруднения, другой ему подсказал. А потом же у нас еще такой идет, есть прием, вот один взял, и я хочу такое. И не всем это хватает. Самое главное, чтобы не было никаких сложностей вообще. В команде, да, в спине. Да, но чтобы никто никого не обидел, кто-то кому-то помог, и это очень даже хорошо получилось. Мы в конце урока аплодировали все. Потому что, ну, действительно, и я как никто прекрасно понимала, насколько тяжело было удержать всех, тем более, что человек, наверное, 15 было посторонних взрослых, которые сзади еле уместились на этих маленьких стульчиках. Вот, так что хочется верить в то, что у нас не просто все получится, а у нас это перейдет и в старшую школу. Це була програма «Ваш консультант» до зустрічі на каналі Южненського телебачення.